Какое сопротивление имеет электронагреватель мощностью 2 кВт, работающий при напряжении 220 В? Для начала запишем данную. Мощность P равняется 2 кВт. Переведем в систему C. Это 2 на 10 в 3 Вт. Напряжение U равняется 220 В. Найти сопротивление R. R неизвестно. Мощность P равняется U квадрат, деленное на R. Эту формулу нужно знать. Выразим отсюда сопротивление R. Тогда сопротивление R будет равняться U квадрат, деленное на мощность P. Подставим сюда наше значение. Напряжение это 220 вольт в квадрате. Деленное на мощность 2 на 10 в 3 ватт. Посчитаем. В результате получается 24,2 Ом. Запишем ответ. Сопротивление R равняется 24,2 Ом. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.